Прекрасная Камила Валиева с «Хочу отметить невероятным макияжем глаз». Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь в роли капитана? Сложно. Сложно. Это оказалось намного сложнее, чем я думала. По переживаниям или по организации? Ну, и вообще? Вообще, в принципе, по организации тебе нужно и подготовить все, и сделать так, чтобы все вместе кричали, и просто переживаешь всегда за каждого спортсмена. Тут еще тот факт, что мы в одной команде. Хочу сказать спасибо моей фан-группе, которая просто сделала невероятно много всяких разных плакатов, кричалок, просто помогла нам украсить этот прекрасный Kiss and Cry и вообще организовала так, что это теперь выглядит как единая команда. Я согласна, если честно, я не буду врать и лукавить. У вас очень-очень круто подготовленный бокс. И на заднем фоне твоя мама, которая несет шарики. Это тот самый человек, который сегодня весь день говорит по телефону и просит, чтобы привезли к нужному времени. Чтобы который стоит и надувает шарики, понимаете? То есть, ну, огромная работа, и то, что вы подошли с такой ответственностью, это очень-очень круто. Я желаю удачи, а лучше чистых, просто чистых прокатов. И вашей команде, и нашей команде. Спасибо. Тоже. Все, давай. Спасибо.